Я вас не вижу, ребят. Больше их не вижу. «Зенит» — это противоборство фанатских группировок, как всегда. Ожидать, что «Зенит» на этот раз приедет полностью там, и заполнит, и победит «Спартак» вот по этому показателю? Ну, если мне не изменяет память, такое уже было. Это 2001 год, когда я приехала. Thank you.
много играли, но, конечно, были удачные игры, но я думал, где-то будет, конечно, другая игра сейчас. Но оказалось, ничего, но мы все взяли. Разные слухи о вашем дальнейшем будущем. Не мешает вам играть? Не мешает. Мне только в субботу Зенит. Я готовимся к Зениту. Это все, что мы сказали. Понятно, спасибо. Ни за что. Ну, а тем не менее, все мы хотели бы его хотеть. Но, так, Дуби не хотел, конечно, это Италия. Я не хочу о том говорить, но я буду говорить... Еще буду говорить, так буду говорить.